Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про караван. С 16 по 20 февраля в игре будет проходить, оно уже проходит, событие караван. В магазине в игре можно найти вкладку с караваном, либо на карусели с танками, справа в углу, на экране в ангаре можно найти этот самый караван. Открываешь караван, и там внутри куча багов, лагов, ничего не загружается, ничего не работает. Ну а какое событие в картошке запускалось нормально? Единственное, что в картохе нормально запускается, это ваша жопа после игры в рандоме. Что такое караван? Это, в общем, страница в игре, магазина, на котором есть один товар. И 6 слотов, в которых можно сохранить этот товар. 3 раза в день товар можно поменять. Бесплатно. После 3 бесплатных смен товара, каждая следующая замена товара будет стоить 75 тысяч серебра. Казалось бы, ничего страшного, пока что все нормально. Но, во-первых, каждый товар ограничен по количеству. На некоторые товары можно получить скидку, если на них нажимать лайки, на некоторые нет. И после каждой смены товара вам может попасться тот товар, который уже недавно вам попадался. Таким образом, мы получаем бесконечное казино, которое высасывает из вас серебро. Казино, серебро. Все сходится, все правильно. Главная задача картошки – высосать у вас серебро, чтобы вы потом опять сидели в игре и фармили его. Очередное мероприятие по высасыванию ресурсов из игроков. Но есть в этом и что-то хорошее. Некоторые товары интересные, они по-прежнему поддерживают уровень заинтересованности у игроков. Даже те люди, которые давно уже не играли, много лет, все равно иногда заходят на такие мероприятия, им интересно, что там такое. В плане того, чтобы возбудить какой-то ажиотаж у танкистов, даже те, которые уже давно бросили игру, картошка с этим справляется. Есть новые интересные товары, есть какое-то событие, которое зацепило даже тех, кто не играет уже. А тех, кто играет, тем более. Но что в этом плохого? Во-первых, очень много багов, лагов, ничего не работает, ничего не загружается. Все криво, сикось, накось, ужасно. Причем прошло уже часа 4, оно все как лагало там, так и лагает. Так мало того, что прошло часа 4 с момента старта этого каравана, так уже и раскупили некоторые товары, их все нет. Вот, допустим, Астрон Рекс продавали за одно серебро, просто одна серебринка. Все, его нету, его раскупили. Тог 2 за 3,5 миллиона серебра, все, его нет. Кромвель Б за 5 миллионов серебра, раскупили. ИСУ 122С за 5, раскупили. ВК 16801П за 7,5, раскупили, хоть и танк мусор неграбельный. Кировец 1 за 15 миллионов серебра, раскупили. Т-3485 Руди за 5,5, раскупили. Вы чё, больные? 6 уровень за 5,5 миллионов серебра, почти как за десятку. Сумасшедшие люди. И это с момента старта прошло там 4 часа. А уже все самое интересное, редкое и необычное понакупили. Также помимо танков, там есть еще 3D-стили, 2D-стили, инструкции за боны, боновое оборудование, всякие там дни према. Короче, такое ощущение, что в этом караване вся картошка продается. Даже список танков на WotExpress постоянно пополняется, что там продают. Поскольку еще до того, как оно началось, был список маленький, а уже тут целый рулон на весь экран. Во-первых, что хорошо? Ну, для картошки хорошо, что она выманит кучу ресурсов из игроков. Для картошки хорошо, что много людей обратили на это событие внимание и зашли в игру. А что плохого для тех, кто в ней и так каждый день или время от времени играет? Во-первых, в рандоме полный трэш, потому что поприходили люди, которые лет 200 в это не заходили. И там сейчас игроки просто чем угодно занимаются, но не игрой. Играть сейчас лучше не играть. Лучше подождать, пока караван проедет и все танкисты не играющие вместе с ним уедут. Также плохо то, что много людей останутся недовольны тем, насколько криво оно работает, и то, что они не успели купить, что хотели, поскольку, допустим, вот они вечером придут с работы, а уже все купили. Но также останутся люди и довольные, которые, допустим, понабрали Астанрексов за одну серебринку, или успели купить какие-то интересные танки по типу Кировец 1, который я тоже купил, продав 5 ЛТ-10. Ну, они просто уехали из ангара на скорости ЛТ-10 быстрые, просто угнали. Придется опять делать стримы, фармлю на все десятки. Но вы же через время забудете, что они у меня уже все были. Но зато у меня теперь есть танк, который я могу вам показать на канале. Кировец 1. Я его успел купить. Я только его купил, собрался делать видос, смотрю, а его уже раскупили.
Буквально я там на 10-20 минут бы зазевался, я бы его не успел купить. Еще купил я S3 SMZ за 11200 голды. Тоже на канале будет что показать. Для меня лично, как для стримлера картошки, это событие ок, потому что я получил контент. Вот я могу видос сделать, вот у меня два танка, которые я могу постримить. В принципе, окей. По поводу стилей, 3D, 2D, прям аккаунтов там и все остальное билиберды, это сами решайте, надо оно вам покупать или нет. Я вам расскажу свое мнение, стоит ли брать или нет танков, которые есть в этом самом караване. Итак, Кировец 1 раскупили, на стриме посмотрим. Т-22 СР за 25 тысяч бон. Но это для людей, которым некуда девать боны, чисто для разнообразия купить то же самое, как и AMX 50 Fosh 155, 20 тысяч бон. Но это чисто людям, которым, ну, не знаю откуда они понабрали столько бон, чтобы такой мусор покупать. Ну да не суть. По сути, это только для уникальных людей. Астронрекс за одну серебринку купили, танк очень стоящий. За одно серебро это ультра подарок. Если кто-то купил его за одно серебро, это нереальная халява на очень классный танк. ВК-168-01П, который раскупили, он помойка, за 7,5 лямов серебра такое брать, я вам сочувствую. Т-25 пилот за 8,5 миллионов серебра, он не стоит даже 500 тысяч серебра, он вообще ничего не стоит, даже бесплатно на нем не стоит играть. Он был плохой еще даже когда он вышел много лет назад. А сейчас он вообще не играбельный. Объект 703 вариант 2 двустволка за 10600 золота. Однозначно он стоит. Танк очень хороший. Из 3 СМЗ за 11 тысяч голды не знаю. Посмотрим на стримах. Су-130 ПМ за 10 тысяч золота. В принципе танк хороший, но на любителя. Из-за того, что снаряд не часто летит в середину. Но результат он показывает такой же, как и остальные прем в восьмерке. И Су-152К за 9 тысяч золота я думаю не стоит брать. Поскольку он даже слабее, чем прокачиваемый Су-152. На который тоже можно уходить в плюс, зачем вам это брать, я не знаю. Она реально неприятна. ЛТ-432 за 6 тысяч голды стоит. Е-75 ТС за 9700, скорее нет. Для статистов, для разнообразия да, для большей массы нет. Скорпион за 10 тысяч золота, танк стоящий. У меня на нем 1000 с чем-то там боев, танк просто офигенный. ВК-7501К за 7500 золота. Танк слабоват, но в принципе с трудом на нем можно играть, и цена не сильно большая на фоне остальных товаров. Но есть танки получше. Яга-88 за 9300 золота точно не стоит, танк мусор. Ренегат за 9300 точно стоит брать. Т-77 за 10 тысяч золота, ни в коем случае. ТС-5 за 9 тысяч золота для любителей бронированных ПТ ближнего боя можно взять. М6А2Е1 гусь за 7 тысяч золота не стоит брать, поскольку даже против восьмерок, а тем более против девяток, у него 0 брони. Он восьмерками в ЛД пробивается многими, а голду вообще не танкует. Танк-шлак еще тот. Он по сути играбельный только в топе, но если в топ не кинет, все, можешь хоть сразу выходить. Сому СМ за 10 тысяч золота стоит брать. G-SOR 1008 за 9300 золота. Обязательным я этот танк не назову, слабым тоже нет. Можно, но не в первую очередь. Туртл МК-1, 9 тысяч золота. Это то же самое про любителей ПТ ближнего боя с броней. Но на ТС-5 большинству будет легче играть. Хотя от ромбика и от увенов на Туртл МК-1 легче играть. Мне нравится что ТС-5, что Туртл МК-1, но они абсолютно разные. Тай 59 за 7 тысяч золота. Обязательно стоит, это одна из лучших покупок, тем более за такую цену. Танк очень хороший после апа и фармит на уровне ренегата, если не лучше, если уметь играть на ББшках. Прям сразу берите, как только это увидите. М41D за 6 тысяч золота. Не стоит брать. CS-52 лист за 7 тысяч золота. Танк нормальный, можно взять для любителей СТ. Бизон ТЦ-45 за 10500 золота. Танк сильный, нормальный, хороший, но неприятный. Для любителей тяжей зайдет. ИС-2 за 5 лямов серебра, это сумасшествие, он того не стоит. ИСУ-122С уже раскупили. Зачем он, я не знаю, за 5 миллионов серебра. АМХ-1357 за 4800 золота. В принципе, танчик прикольный. Для любителей песка и ЛТ, может быть, и стоит взять. А вот Type 62 за 4600, танчик вроде как и редкий, казалось бы, но он вообще никакой. Для меня лично он ничего не стоит. Может для ЛТ-водов что-то он там и стоит, для меня нет. ТОХ-2 за 3,5 миллиона купили,
Зачем, не знаю. Видимо, баррикады будут строить поперек дорог. Кромвель Б за 5 миллионов купили. Сомневаюсь, что кто-то на них вообще играть будет. Т-34-85 Руди за 5,5 купили. Боже, вы больные. Руди-то хороший танк, но такая цена неадекватная. Ну еще есть аренда на 7 дней. По 1,5 и 2 миллиона серебра. Бураска за 2 миллиона серебра на 7 дней. Если вы собираетесь беспрерывно 7 дней играть, я бы взял Бураска. Прожетта на 7 дней за 2 миллиона серебра я бы тоже взял. Если у вас есть прем-аккаунт и резервы на серебро, то эти 2 миллиона серебра можно быстро отфармить. Но если вы редко играете и 7 дней подряд не будете задротить, лучше не стоит. Вы не отфармите это серебро. Но зато, может быть, попробуете эти танки. Т-34-3 за 1,5 ляма серебра я бы не брал. Т-103 за 1,5 тоже нет. Бульдог за 1,5 нет. Сенлок за 1,5 нет. СТРВ-81 за 1,5 это худший вариант. В принципе, вот такие вот танки в этом караване. По поводу остальных товаров, там камуфляжи и остальная чепуха, это уже на свой вкус берите. Там есть много необычных 2D стилей мне попадались, которые я первый раз в жизни вижу. Ну, выглядят прикольно и необычно, но на мой взгляд цена кусается. Откуда брать такие суммы на камуфляжики, я не знаю. Они, конечно, прикольные, что они новенькие, я их вижу первый раз, но по сути это та же самая мазня, только другого цвета. А такой мазни у меня весь ангар в ней. Все, вот такое вот событие у нас, которое по сути уже наполовину прошло, поскольку самое интересное сразу раскупили за пару часов. И это прискорбно. То, что товаров мало и его быстро раскупают, это все время напрягает. На мой взгляд, для ЦА картошки событие не удалось. Поскольку они в основном не успели, наверное, даже посмотреть на этот товар, как он кончился. Ну а все остальное для картошки, наверное, удалось. Люди потратят много ресурсов и еще до 20 февраля будут крутить эти товары в ангаре, просирая за каждую прокрутку по 75 тысяч. Даже я накрутил, там больше ляма перекрутил, пока заменял товар. А если бы я это не делал, я бы не успел купить Кировец-1, который мне нужно вам показать. Что я не люблю в картошкиных вот этих вот событиях, то что нужно действовать быстро и мгновенно, вот именно когда они высрали этот замечательный караван. И так было с прошлыми событиями тоже. А если я в этот день занят? Все, не успел. Все катаются на этом, кто хотел. А многие, большинство, они не успели. Вот это больше всего мне не нравится. А потом некоторые будут недовольны. Хотели тоже какой-то танк посмотреть, попробовать. Они его даже не увидят, потому что их уже раскупили. А если чел пару дней будет занят? Он придет, а там прилавки все пустые. И так постоянно. Может быть, они, конечно, этим и держат какой-то ажиотаж, но сколько людей каждый раз остается недовольными. Вот такое вот событие. На мой взгляд, оно такое ощущение, что сделано в основном для стримеров и задротов. А основная аудитория, большая часть, может пропустить его полностью, поскольку просто не успеет за такой короткий промежуток такое нищее количество выкупить. Пишите свое мнение в комментариях, что вы об этом всем думаете, может, какие-то особенности заметили или какие-то фишки. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Всем пока, удачи!